Перезарядка, перезарядка, и вообще не могу, не вытаскиваю, вообще не вытаскиваю, не вытаскиваю. Всем привет, с вами Денис на канале DVGame, и сегодня мы поиграем в Paladins в осаду. Третий режим, который я вам обещал показать, и вот я вам его показываю. А называется, как я говорил, осада, захватите точку, сопровождая груз. Ну что, друзья, погнали. Выбираю героя. Вавиан выбираю. Угу. Так, все, больше ничего не могу сделать. У меня ничего больше нет. Красиво, обычно, все простое, все обычненькое. Так, играем. Ох ты, справа у героев 3 на PlayStation, у меня... Двое на PlayStation, да? Отлично, в принципе, неплохая команда у нас. Прям плоечников фактически. Смотрим, что будет дальше. Ждем и смотрим, какой будет бой у нас в осаде. Так, остров лягушек, осада. У нас поединок. Итак, вот наши все герои острова лягушек, осада. Захватите цель, сопровождайте груз, чтобы зарабатывать очки. Команда первая, набравших 4 очка, побеждает. Все как бы просто. На самом деле, это такое, какое-то странное. Я не помню, в других играх похоже. Надо захватить, удержать и довести цель до определенной точки. До точки воскрешения врагов, я так понимаю. Сейчас будем пробовать, не знаю. Я пару раз поиграл в нее, в эту осаду, ну, блин, впечатление не очень она мне вызвала, поэтому особо часто в нее не играю. Ну, тебе обязательно покажу, чтобы ты был в курсе, какой есть режим в Paladins. Ждем нашего появления наших врагов. Так. Итак, 10 секунд до матча начала, уже 5 секунд, и сейчас, я так понял, на коне мы подскачем. Каждый из нас побежит к точке захвата. Надо осторожно, потому что там враги также бегут к этой же точке захвата, и вон они уже тут. Уже на точке захвата. Офигеть, они быстрые. Так, погоди. Вот он бежит, ставит бомбы какие-то. И его надо как-то немножко убить, подожди. Я кину. Да сейчас, умри. Нет, не умер. Так. Забегаем на точку и... Где все остальные? Блин, вы что тут делаете? Давайте, ребята, остальные на точке. Я тут один, что ли, буду ее удерживать? Я кину вот эту фигню сюда. Так, вот он бежит. Ты посмотри. Ну, бежит на коне она. Бомбу он бросает, отходим назад. Сейчас она долбанет, нехило так. Умри. Так, бронь я включил. Умри, не давай, есть, дополнительно. Держим, ребята, точку, держим, все. Дополнительно прошло, что? Отлично, появился у нас бронеход, который мы сейчас еще и сопровождаем. Сопровождаем им. Так, вон они все. Они обороняют, я так понял. Чтоб мы не смогли подойти. Так. Вот сюда. Ой. Блин, что, меня убили? Двойное... не убили. Остановили просто. Отходим, перезарядка. Я бросаю эту штучку какую-то. Так, да, меня лечат. Отлично, мы прям четко, прям четенько мы идем. На самом деле, я даже не помню, выигрывал ли я на этой точке. Но этот матч будет... Я чувствую, он должен быть хорошим. Куда ты пробежал, чувак? Да. Идем, нормально. Так, нам надо довести до туда. Так, уничтожаем тут все. Мне бы кто-нибудь бы, блин, меня бы кто-нибудь подлутал бы. Так, мы довели, да? Довели. Отлично. А груз доставлен. Так, что это за медленная фигня? Так, все. Следующий бой начнется через
40 секунд. Отлично. Так, надо было постоять на точке, появляется груз, и его еще дотащить до места, я же говорю, где воскрешаются наши соперники. А это не так просто было. Так, я могу тут на коняхе скакать, скакать, скакать. 15 секунд, я вижу, 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 я пока нервничаю, нервничаю, потому что первый бой прошел прям хорошо. Второй так бы прошел, и все, и было бы просто замечательно. Да. Ван, погнали, погнали, мы уже погнали, я тут туплю, да, согласен. Иду, 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 иду на точку, спрыгиваю. Кто-то уже, как всегда, ее обороняет, ну нифига. Так, становимся. Мы сюда становимся, и вот этого гнома, его просто надо срочно убить. Так, стоим на точке, где наши люди? Охраняем ее, охраняем. Сейчас побегут, сейчас же они побегут. Вообще-то надо одну точку удерживать, куда ты побежал. Ладно, стоим. А, мы тут все стоим, всей толпой. Один там, один впереди. Ну, в принципе, это правильное решение. Так. И груз сейчас мы получим. Отлично, так. Умрите, 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 умрите. Умри. Просто умри. Так, ты тоже. Так, хорошо, хорошо, поехали. Перезарядочку я сделаю. Здоровье сейчас воскрешут мне полностью. Да, и я могу ворваться прям. Сейчас я могу ворваться и прям хочу ворваться. Где они все? Что за сирена? Что за сирена? Что за сирена? Я врываюсь, все. Бессмертие у меня включено. Так, я что-то тут как-то... Вот сюда, вот так вот. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Свое бессмертие мне надо... Что это за лиса такая дикая? Умри, лисичка. Не давать им просто выйти. Просто не давать им выйти. Так, привет, Виктор. Виктор бомбу бросил. Молодец. Так. Кто тут у нас где? Вот тут они возрастаются здесь. Они даже из комнаты не могут выйти. И мы четко сделали их вообще. Просто идеально, просто бах, как круто. Чемпион Лекс у нас. Лучший момент игры сейчас посмотрим с Лексом. Вообще идеально мы их забили просто. Просто никакого шанса не дали. На самом деле это редко бывает, как я и говорил, потому что я несколько раз играл и очень тяжело было. Прям сложновато на самом деле было проходить этот... режим. Обычно нас всех давили, и мы не успевали нифига просто. Там же еще есть время, то есть возгружается груз, и надо его удержать, чтобы хотя бы второе очко они не получили. Но мы молодцы. Закрыть не надо мне тут ничего. В целом, вот я на этом месте. 2300 очков, 12 убийств у меня тут. Так, я, по-моему, ни разу не умер даже за всю игру. Вот это, да, четко мы, не мы четко прошли. Прям вообще четко. Играть в очередь. Итак, теперь я поиграю Виктором. Палим. Нифига себе, у меня снайпер, что ли, меня убил? Перезарядка. И вообще не могу, не вытаскиваю. Умри. Да что такое? Что за фигня? Что у них за супероружие? Я вообще что-то не пойму. Второй матч. 10 секунд остается, и мы садимся на коня. На коня, Виктор, на коня запрыгивай. Да, бежим, пытаемся захватить, но что-то я сомневаюсь, потому что, судя по первому... Так, вроде что-то получается, вроде, но... Вот она разница, как там было тяжело и как здесь
проще. Так, Виктор, бежим. Захватываем, ребята, захватываем. Давайте, давайте, я вас верю. Я вас реально верю. Я бегу уже к вам на помощь. Бегу, как тут бегать? Как тут бегать? Кидаю гранату. Сбоку, 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 по нему сбоку. Блин. Вот по вот этой фигне. Ай-яй-яй-яй-яй, да яй-яй-яй-яй-яй-яй, страшная фигня взорвалась. Бомба супер, от которой надо убегать вообще в другой край, в другую вселенную, такое ощущение. Что тут у нас? 70, блин, давайте, давайте удержим, да нет. 70, да что такое, да, давай, давай. Бежим, бежим, бежим и бросаем гранаты сюда. Вообще нереально, просто нереально, очень тяжело. Очень, что, что он тут делал? Супер оружие какие-то у них, супер похоже. Да, все, мы проиграем, точка захвачена. И мы проигрываем, проигрываем. Блин, а так все хорошо вроде началось в начале. Так, кидаю гранату и отхожу в сторону. Я так понимаю, что тут вообще беспонтово. Умри, да вообще нереально, нет, нереально. Просто нереально. Такой вот режим, ребята, в игре Paladins осада называется. Если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь, жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, новые обзоры, новые прохождения. Пишите комментарии, ставьте лайки еще раз. Всего вам самого наилучшего, до встречи. Пока, друзья!